Артем Добрыднев идет вперед вопреки всем ударам судьбы. Много раз жизнь проверяла его на прочность, но молодой человек не сдавался. Он потерял отца в 11. Мать умерла, когда ему был 21 год. В 2012-м жизнь Артема висела на волоске. Парню ампутировали обе ноги вследствие ожогов, полученных во время пожара. Но вопреки всему, это испытание только усилило желание не отчаиваться и двигаться дальше. Тогда Артем решил начать все сначала, активно занялся спортом и создал семью. Врачи просто в Киеве сами удивлялись. Говорит, ты не упал духом, меня только перевезли, два месяца я лежал в септическом отделении, это кабинка на одного человека, врачи только заходили и все. И когда я вышел, когда меня перевели в общую палату, я им уже говорил, когда я начну на протезы ходить. Они все удивлялись, какая у тебя сила духа. Просто хотелось жить. Знаете, некоторые наоборот, начиная там от меня ноги ампутировали. С одной стороны, я, конечно, не атеист, я верю в Бога. Может, он и хорошо, что я потерял ноги, зато я жив остался. И пока живу. После ампутации ему некуда было податься. Единственным местом, где могли предоставить кровь таким, как Артем, стал Горловский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов. Тогда он и не думал, что именно здесь встретит свою любовь, и его желание поскорее начать ходить станет еще больше. В основном мне больше помогла в Горловке будущая жена. Просто у меня было желание пройти с ней за ручку. Я ходил на костылях, держался за коляску. Я хотел просто начать ходить на протезах просто. Без палочек, без ничего. Чтобы взять ее за руку и пройтись прогуляться. Мы сначала играли в дартс, а потом он меня увидел на собрании. На собрании он меня увидел и понял, что я его буду. В 2014-м Горловка оказалась в районе проведения антитеррористической операции, и Артема разлучили с Леной. Его направили в Белицкий дом-интернат, а ее в Константиновский. И влюбленные стали искать пути воссоединения. В Константиновке я поняла, что чего-то не хватает. То я же всегда с ним везде, и в Горловке с ним, ходила просто. А тут не то, что-то не то. Я тогда поняла, что надо писать, где он пребывает. Я сначала одно заявление писала. Мне сначала отказали, сказали, департамент не работает. Потом я начала второе писать. И пока не написала сюда, меня не перевели. Пока Артем ждал Лену, учился ходить на протезах. Ему было сложно, но он твердо решил, что встретит свою девушку на ногах. Сложность была держать равновесие на ногах, это же уже не свои ноги. Учился, я не знаю, месяца три, наверное, пока Лена была в Константиновке, а я здесь. А потом я вышел ее встретить с одной палочкой. Даже дядя мой приехал, и то удивился, что я с одной палочкой вышел. 26 мая 2015 года Артем и Елена узаконили отношения. День свадьбы для пары запомнился как один из самых счастливых в жизни. Это было очень интересно. Он меня даже не узнал, получается. Мне сделали прическу, я осталась для него. Он говорит, а ты кто? Он повернулся ко мне, говорит, ты кто? Я говорю, я еще была Леной, говорю, с утра, а сейчас не знаю кто. Он потом говорит, чё, Лена, я тебя и не узнал. Обрадовался, что я ему дала согласие, что расписались. И все же тяжелые жизненные испытания не прошли для Артема бесследно. В его жизни были проблемы с алкоголем. Но поддержка любимой и сотрудников Белицкого дома-интерната помогли справиться с этой зависимостью.
провели работу, лечение и вышли с этого состояния и не употребляют, даже женщины. Вот человек 8 таких есть. Это бросили курить, бросили употреблять спиртные напитки. Ну вот попробовали такую работу провести с Артемом. Тем более он как бы без родителей. Единственный, кто у него родная душа, это дядя, вот, который тоже о нем заботится. Ну, а Артем, ну, как ребенок, понимаете? Нужно внимание ему и забота, и все. Ну, у нас получилось. Я думаю, что он вот себя чувствует, да, он и сам об этом говорит, что я чувствую себя полноценным человеком. Я понял, что такое быть востребованным в этом жизни. Чрезмерное употребление алкоголя доставляли много хлопот сотрудникам дома-интерната. В то время он часто нарушал дисциплину. Но сумев оставить в прошлом эту вредную привычку, Артем решил заняться паралимпийскими видами спорта. Из-за чего человек пьет? Когда ему делать нечего, тогда человек пьет от безделья, грубо говоря, так. А когда есть чем-то заниматься, уже об этом и не думаешь. Ну, сложно было, но все равно победили. Стоял выбор, или спиться, помереть, или заниматься спортом, потому что спорт и водка – это несовместимо. Присоединился к общественной организации инвалидов «Джерело», с которой Белецкий дом-интернат активно сотрудничает. Стал участвовать в соревнованиях и понял, что спорт – это то, что приносит ему удовольствие. Ну, он заинтересован, ну, скажем так, как и любой молодой человек, которому хочется чего-то в жизни достичь. Вот он старается реализовать себя вот именно... Ну, более реально ему это все реализовать спорт через спорт. Старт стал успешным, и уже в первых соревнованиях Артему удалось стать лучшим. В Белецком у нас проходили на колясках, на активных колясках. 100-метровка, 60-метровка. И на всех этих, и маневрирование. И на всех этих я занял первое место. 3 золотых медали. Не знаю, как удалось, и, честно говоря, я тоже, я говорю, на колясках я мало ездил, потому что, ну, сколько мне было, тогда я на коляске ездил. Ну, получилось. Он сумел добиться того, чтобы ему помогли получить более удобную для участия в соревнованиях коляску. И сейчас стены его комнаты в доме-интернате украшают много медалей и грамот. В копилке спортсмена награды за участие во всеукраинских и международных соревнованиях. Ну, это моя гордость. Самой большой гордостью Артема является диплом рекордсмена Украины и мира. Прошлым летом он вместе со спортсменами-инвалидами Андреем Нечипаренко из Харькова и Анатолием Пирогом из Славянска совершили первый официальный велопоход по нормативам спортивного велотуризма для здоровых людей. Задумка отправиться в такой экспериментальный поход принадлежит Андрею Нечипаренко. Инвалид третьей группы и большой любитель туризма, он хотел доказать, что люди с ограниченными возможностями могут все. Я подумал, вот, обращусь я к Анатолию Лукьяновичу Пирогу с такой идеей. Я ему позвонил, выдал идею, обрисовал, что это интересно как. Я заинтересовал Анатолию. Но опять же, все равно вот понимаешь, что не все как бы, ну, люди не ходили в такие спортивные походы, у них опыта нет. И понимание спортивного похода у них своеобразное, понимаете, вот так вот как бы. И Анатолий Лукьянович мне подсказал, что есть у меня Артем Добрынин,
Вот, есть еще там ребята. Ну, они отсеялись, когда узнал, что вот надо ехать там через жару, там может быть дождь, там грязь, там еще там, вот, так сказать, поставить палатку, например, раздавить костер, там, готовить кушать. Ну, вот, ну, не то, что испугались, просто вот как бы необычное. И то, что они еще никогда не участвовали, их как-то оттолкнуло. Вот. А Артем сказал, да, я готов, я хочу попробовать. Ну, когда он мне объяснял, колебался. Потому что говорил, и, ну, это же ночевать в палатках и готовить все на этих. И, а я так никогда не ездил и не представлял, просто я на двух протезах, как это будет все выглядеть. Ну, колебался, но потом... Решил для себя, надо попробовать. Пройду, пройду, не пройду, не пройду. Это, тем более, это был экспериментальный велопоход. Стартовав в Харькове 4 июля 2016 года, путешественники финишировали уже 8 июля. За 5 неполных дней проехали 294 километра, из которых около 70 по грунтовым дорогам и бездорожью. Андрей Нечипаренко и Анатолий Пирог передвигались на велосипедах, а вот Артем Добрыднев на коляске с велоприводом и дополнительным грузом. Вес был от 15 до 20 килограмм, но мы не важили, но все равно там были переодевачка, спальник, что у нас еще было. Ну, вот это все, ну, одежда, все, чтобы надо было, спальник, эти, коврики вот эти. Там же мы же разделяли на команду, мы же продукты брали с собой, печки, палатка. Насколько это усложняло вот сам процесс пешеходства? Ну, еще представьте, сама коляска 30 килограмм, еще плюс за спиной, ну, хай возьму 15 килограмм. И вот ехать. Все равно это ж все на руки, руки, руки. Это ж не ногами крутить на велосипеде. Каждый день велопохода Артем побеждал себя. Делал то, что ему никогда еще не приходилось. И в итоге доказал себе, что для него нет ничего невозможного. Получается, что мы каждый день ехали, для него это были рекорды, понимаете? Рекорды – это ну, вот, первый день у нас был рекорд, 60, ну, для него лично имеется в виду рекорд. Значит, 60 там с копейками километров, потом дальше, дальше, вот, максимальный значит, рекорд был у нас 72 километра. Дорога на карте есть, а ехали через леса, и это, ну, видео там все есть, и попадалось, а люди просто удивлялись, говорят, как вы там проехали, там год никто не ходил, бурьяны, заросли, много ропота было, конечно, когда я ехал про себя. Думал, больше никогда никуда не поеду по таким походам, но все равно прошли поход. Мне понравилось. Самым сложным участком маршрута стала дорога за селом Казиевка. Хотя точнее будет сказать ее полное отсутствие. Тогда участники команды даже думали свернуть с намеченного пути. Но в этой ситуации Артем Добрыднев проявил настоящее мужество. Мы попадали в лес, где эти лесовозы накатали колею километров 5, наверное, мы ехали по ней, такая дорожка небольшая. И чуть-чуть туда можно перевернуться. И мы уже хотели делать, ну, чтобы мы развернулись, и поехали отдельно, а ну, я сказал, нет, будем, если уже начали идти вместе, значит, дойдем до конца. Артем, в этом очень мне понравилось, его настрой, его выполнение, то, что руководитель говорит, то, что руководитель делает, Артем выполнял. И мне понравилось, что он в трудную минуту, вот, он не спасовал, он, значит, пошел вперед. Подопечные Белецкого дома-интерната разделяют с Артемом его радость. А некоторые тоже загорелись желанием доказать себе, что в жизни нет непреодолимых препятствий. Я восхищаюсь его достижениями. Молодец. Ну и хочу стать на его путь, так сказать. Как строиться, не строиться, а как правильно сказать. Ну, стать таким, как он. Да, мы тоже собираемся
собирался в поход, но с коляской у нас пока есть небольшие загвоздки. Забрали, обещали сделать, когда неизвестно. Ну, если решится вопрос с коляской, то... Обязательно. Будем ставить новые достижения, новые рекорды. Парадоксально, но до того, как он стал инвалидом, спортом не занимался. Сейчас это одна из самых важных составляющих жизни Артема. И уже этим летом спортсмен собирается отправиться в Карпаты, где его ждут еще более крутые повороты. Но Артем уверен, что главное – быть настроенным на позитив. Подготавливаюсь, и все равно мысленно, что я его пройду. Да, потому что если думать о чем-то плохом, можно тогда и не ехать, мне кажется. Потому что то будет. Я просто удивился, мы когда шли на этот поход, мы брали с собой и все эти, и камеры, и все. И за вот эти 4 дня пробирались, а через сколько этих, все. И я ни разу даже колесо не пробил нигде. Завершив велопоход первой категории сложности, Артем Добрыднев ставит себе высокую цель – достичь 6-й категории. Возможно, кто-то считает, что это не под силу человеку в инвалидной коляске. Но ведь непридуманные истории не раз доказывали, что вера в себя и искренние желания могут творить чудеса.